Всем привет, ребятки! Вы на канале Duda Play. Мы продолжаем играть в игру Zombie Road Trip. Поехали на такой тачке. На моей. Вот такой вот точилочке. Сейчас посмотрим. Так, все, стреляем, едем. Кувыркаемся. Так, и нам нужно сбить. Птичку есть, сбили, хорошо. О, кувырок. Не, нормально. Все хорошо. Сейчас насобираем денежек и купим какую-нибудь машинку новенькую. Опля. Вот так хорошо мы. Приземляемся, стреляем. Зомбиков убиваем. Так, вот вторая база. Так, здесь у нас на второй базе мы будем собирать деньги. Опа. Так, отличненько, отличненько. Так, стреляем. Убиваем. Есть, убили. Лотерейный билетик взяли. И сейчас будет небольшое ускорение. А, нет, 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 нету. Давай, ускоряемся. О, все, пошло ускорение. И мы взорвались. Да. К сожалению. Так, давай, надо убежать от этой бригады. О, нет. Бригада нас это сожрала. Сожрала. Давайте крутанем спиннер, посмотрим, что нам выпадет. 25 монет, супер. Кстати, можно продать за 25 монет, да. О, 500, нет, 10. 10, размечтался ты, конечно, о 500. А, давай возьмем мамонт. Все, выбрали мамонта, поехали на мамонте. На мамонте, мамонт вообще мне нравится. Классно вообще. Машинка, бомба просто. Опа, нифига себе. Мы еще живы остались после такого падения. Но она прокачанная просто машина. Нам даже падение на спину особо это ничем не чревато. Другая машинка бы уже взорвалась. А мамонту хоть бы что. Все, у нас смотри, уже ускорение пошло. На второй базе. Аккуратненько. Так, лотереечка. Есть, лотерейку мы взяли. Да ё-моё. Так ты чего так переворачиваешься, а? Так, есть фронт флип. И бэк флип еще есть. Ну, подожди, сейчас бэк флип я здесь сделаю. Вот так вот. Бэк флип. За каждое убийство нам дают деньги. Во. Нормально, сейчас еще, сейчас ускоримся. Есть ускорение максимальное. Ага. Вот и птичка наша. Так, надо сейчас ее щелкнуть. Птичка, есть лотерейный билетик. Может быть, выиграем много денег. Опа. Так, ну вот эти толпа у нас далеко, в принципе. Ой, не получилось. Прикинь, сколько я кружился. Сколько, как много раз. А если на колеса ты не встал, то ты не получишь ничего интересного. О, давай идеально станем. Нет, идеально не получается. А сейчас. Опа! Небольшое ускорение. Так, вот этих всех побиваем. Ну, давай два флипа сделаем. О! Получилось, все, ускорение пошло. Все, летим, улетаем далеко. Так, а вот у нас четвертая база, отличненько. Вот это до четвертой базы мы долетели. Аккуратно. Делаем пару кувырков. Опа. Так, птичка с лотерейным билетиком, куда ты улетаешь? Подожди меня, есть. Взяли. Опа. Хорошо. Все. Сейчас будет ускорение. О, пошло ускорение. Сейчас далеко улетим, наверное. Да, управление сложное, конечно, на машинке этой. О, и взорвались мы наконец-таки. Наконец-таки мы взорвались. О, дальше мы все равно продолжаем путь, офигеть. Офигеть. Все. Теперь машинку нашу точно сожрут. Да, сожрали машинку. Так, что мы там сделали? 20 больших зомби убить. А, спин-тикета сделать 34 сделали и 40.
Total 10 000 brain coins. Офигеть. 1000 мозгов нужно собрать. Так, ну что мы тут выиграем? 25. Давай листаем дальше. Сколько выиграем? Полтос. Нет, 25. Мало. Два раза по 25. Давай пятихаточку. Нет. И еще и десятка. Почему-то нам не дают деньги. Денег не дают. Специально как-то сделано. Чтобы не давать денег. Ну, давай 250 хотя бы. Да, 2600 у нас. Написано, что есть две машинки. Ага. Ну, нифига. Ты на две машинки. Тут самая вот эта машинка стоит дофига. Так, турки. Давайте сделаем апгрейд. Опа. Отлично. И все, мы выбрали грудку нашу. Вот она как выглядит. Нифига себе. Железные у нее. Такие получаются штучки. О! Есть лотерейный билетик. Офигеть. Все. Такая машинка у нас. Утка. Не утка, а индейка. Индейка получается на колесиках. Железным. В таком скафандре. Так, ну вот у нас. Так, доехали мы сюда. Ладно, идем дальше. О, лотерейный билетик. Есть один лотерейный билетик. Взяли. Так, нужно сейчас всех тут пострелять, чуваков. О! Давай, 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 крутись, крутись. Ну, кстати, она начинает крутиться лучше, когда мы улучшили ее, да. Прокручивается хорошо. Ой, взорвались, взорвались, ладно. Давай, быстрее, 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 быстрее. Крутанемся. Один раз хватит. Еще можно несколько раз. Так, ну вот, третья база. Сколько там нужно было уничтожить нам? Тут интересно показывается, нет? Ага, да, 9923 left. Что ты говоришь? Нифига себе. Это мне сколько нужно мозгов заработать? 10 тысяч мозгов? А-а-а! Серьезно? 10 тысяч мозгов заработай. Где он столько мозгов-то заработает? Ну ладно. Так, вот этих еще больших нужно убивать. У нас тоже есть задание. 30 толстопузиков таких убить. Ага. Ну, в принципе, у нас чем больше уровень, тем больше мозгов дают. Поэтому есть стимул большой дойти до последней базы. И на этой последней базе там будет вообще много давать нам за мозги вот эти вот. Так, ну толпа зомби, она не дремлет. Она постоянно сзади бегает там. Мешается. Ух ты, нифига, как я пролетел много. Даже смотри этого. А, вот он. Появился сигнал. А что ты будешь делать? Еще взорвись давай. Ага. Так. О, птичку мы пропустили. А, вот они очень... Вот эта толпа зомби, она очень быстро бегает. А, все, сожрали меня, представляешь? Так, три лотерейных билетика есть. Давайте поиграем немножко. Ой, десятка. Ага, спасибо. Я денег сколько потратил на апгрейд машинки, они мне десятку дают. А, и два раза еще десятку. Жесть, жесть. Ну давай, 250. Нет, 25. Ты что? Жалко им, что ли? Ладно, сейчас я машинку другую возьму. Багги. Багги — это моя первая машинка. Первая машинка наша. В этой игрушке. Давненько я в нее не играл. Так, лотерейный билетик сейчас попробую. Есть, готово. Лотерейный билетик мы взяли, получили. Делаем кувырок. Вот, потихоньку, потихоньку, ребята, мы прокачаем машинку. Все у нас будет хорошо. Делаем кувырок. Так, много очень зомбаков. Все. Вот, вторая база. Наконец-то этим отстанут от меня, чуваки. Хотя бы на
на какое-то определенное время. Ну, чтоб лучше бы их вообще не было. Просто катайся, да, этот самый, взрывайся. Сделали, например, 3 жизни. И все. Тут надо еще попытаться так перевернуться, чтобы взорваться. Было бы хорошо. Опа, нифига. Сколько как я прокачал хорошо. Прыжок. Гиперпрыжок. Так, а ну-ка, что у нас там? Все, пошел. Лететь. Давай повыше. Нет, скорость не сильно большая была. Так, сколько у нас там мозгов? 99. Так, а ну-ка, лотерейный билетик. Готов. Готов. О, нет, сейчас взорвусь. Взорвался. Так, и чуваки сзади, смотри, идут. На! Сейчас перевернемся. Опа, жирненького. О, жирненького взяли. Еще одного жирненького. Не успел. Улетел. А тут жирненький, кстати, их еще найти надо. Так, уже 144 мозга. О, все, ускорение пошло. Круто. Так, эти зомбаки опять, смотри, идут. Да что ж ты будешь делать, а? Сколько этих зомбаков-то много. Сейчас крутанемся. Опа, нормально встали. Сейчас еще раз крутанемся. А, нет, взорвались. Ой-ой-ой. Сейчас, да, замки меня съели. Ой, ладно, давайте 3 билетика покрутим. И, может, что-нибудь выиграем. Полтишок, спасибо. Хоть не 10, хоть не десяточку. Давай 500-очку. Давай. Соточка, тоже неплохо. И последний раз крутим, смотрим, 500-ка, давай. А-а-а, 25. Ну, это тоже хорошо. Ну что ж, на этом будем заканчивать серию, дорогие друзья. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте обязательно лайк этому видео. И подписывайся на канал, если ты еще не подписан. Всем пока-пока.